Для подруг Нины Михайловны Бердевой и Антонины Сергеевны Травиной Струковский сад – любимое место отдыха. 80-летние пенсионерки живут в двух кварталах отсюда. Самоизоляция на некоторое время прервала традиционные прогулки. Когда разрешили гулять на свежем воздухе, подруги первым делом отправились в Струковский сад, соблюдая, тем не менее, необходимые меры безопасности. Обязательно маски. Так что. Или дома сидим. Вот за месяц какой? Шестой раз я вышла. Да нет, меньше. Для скопления, конечно, нужно маску надевать. Расположено. Вышел такой закон, а мы закон послушные. За соблюдением масочного режима и социальной дистанции в Струковском саду следят полицейские патрули совместно с представителями общественного совета городской полиции. Раздают отдыхающим маски и брошюры с инструкциями, как вести себя в ситуации особого режима в общественных местах. Сейчас очень важно в общественных местах, магазины, парки, носить средства защиты, то бишь перчатки, маски. Это не говорит о том, что человек, если смотрит, человек смотрит, что кто-то идет в маске, что он болеет. Нет, он просто защищает себя от вот этой нашей напасти. Совместные профилактические рейды полицейских и общественников по паркам проходят уже в третий раз. За это время они раздали больше 1000 масок. В этот раз индивидуальные средства защиты получили 150 самарцев. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, «События».